11 декабря. Провинция Дамаск. В провинции Дамаск продолжается выполнение контртеррористических мероприятий. Части и подразделения сирийской арабской армии ведут наступление в направлении Аль-Каламун. Тяжелые бои идут в этом районе и в прилегающей местности, где сосредоточена крупная группировка исламистов, оказывающая отчаянное сопротивление. Труднопроходимая горная местность. Наличие большого количества различного вооружения, в том числе и тяжелого. Боеприпасов, мин, множество населенных пунктов и укрепленных во всех отношениях огневых позиций затрудняют продвижение армии. В бандах террористов отмечено большое скопление наемников из разных стран мира и прямая поддержка этой группировки определенными кругами Саудовской Аравии. После освобождения от банд фронта Аль-Нусры города Аль-Набек, армейские подразделения вплотную подошли к старинному городу Ябрут, где проживало в основном христианское население, и приступили к выполнению операций по блокированию и освобождению этого города от террористических бандформирований. В самом городе Аль-Набек специально назначенные команды проводят тщательную проверку освобожденной территории. На дачном участке между Аль-Набек и Ябрут уничтожена группа террористов, пытавшаяся вырваться из города на автомобиле. В результате действий поисковых отрядов обнаружено несколько крупных складов бандитов с вооружением и боеприпасами, а также заминированный протяженный подземный ход. На местах боев изъято множество единиц техники, используемой террористами, а также большое количество брошенного различного вооружения и боеприпасов. Убегая, бандиты старались нанести как можно больше вреда этому городу. Множество разграбленных и сожженных жилых домов, общественных и административных зданий. Кроме того, почему-то приказу террористами был уничтожен весь домашний скот, принадлежавший местным жителям, в том числе и крупный. Наверное, идеологи терроризма коров тоже посчитали пособниками режима и отступниками от веры. Агентство «Ананьюс», Марат Мусин, Игорь Надыршин, Василий Павлов, Виктор Кузнецов, Сирия.